надеждами и с большими ожиданиями приглашаю вас на большой футбол. Как всегда, с вами Василий Соловьев и Юрий Розанов. Мехмет Илдирас в должности главного судьи на этой встрече. Педро. Это часто бывает в футболе, оборона побеждает. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Серхио Бускетс. Этот парень настоящий плеймейкер, скажу я вам. Просто мечта для любого форварда. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Серхио Бускетс. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. И удар от ворот. Бывают передачи не очень точные, бывают просто неточные, а бывают очень неточные. Вот как раз такая. Интересно. Что творит Лионель Месси? Раз поймала камера этого игрока, то немножечко о нем посудачим. Вась, как ты думаешь, сегодня он сыграет хорошо или что-то не получится? Какой работящий парень, а в атаке он сегодня просто незаменим. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Хороший пас. Соперник позволяют, можно играть пас вроде бы не слишком спеша и ждать возможности ударить по воротам. Да? Часто говорят, передернули, да? Дани Алвес. Али. На ударные позиции игрок Барсы. Далеко убивает мяч. Серхио Бускетс. Дани Алвес. Своевременный перехват. Можно перевести дух. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Думаю, надо бить и забивать. Вот момент. Удар? Не точно. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Хилдер.
хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Ну и кто в штрафной? Бьет игрок головой по воротам. Что творит Лионель Месси? Перед подачей углового удара. Первый тайм завершен, но табло не видно. Наш коллега Василий Уткин часто говорит в таких случаях, но, может быть, я пока пойду погуляю. Вот он и гуляет, а мы здесь сидим. Ну что ж, мы будем надеяться, что второй тайм как-то нас немножко вознаградит за терпение, которое мы все, футболисты не в счет, проявляли в первые 45. Ну а что, я никуда не тороплюсь. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Мы любуемся на Месси. Плохой пас на Месси. А вот удар. Барселона добивается успеха. С этой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря, потому что, конечно, сложиться практически времени нет, и потащить его... В общем, распорядился мячом по полной программе. Да, и вратарь, посмотрите, вот, практически не шелохнулся. И даже в самой великолепной команде бывают индивидуалы. Посмотрите, как все сделал хорошо сам от начала и до конца, до нижнего угла. Серхио Бускетс. Одна передача за другой. Мяч внизу. Техника на грани фантастики. Неймар. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Вроде бы это потеря, но борьба продолжается. Дани Алвес. Игроки разных команд трактуют ситуацию по-разному. Готовится выйти. Пока не будем рассуждать, какую позицию он займет. В общем-то, сфера его интересов футбольно всем хорошо известна. Но, кто его знает, может, у тренера какие-то определенные задумки. Перехват в середине поля. Что творит Лионель Месси? И покинул мяч у предела поля, уйдя за лицевую от ворот. Повнимательнее надо быть защитником, конечно, в передачах. Сейчас вау, потом в ноги сопернику, а потом куда? Ну а вот и замена команды, которая ведет в счете. Свежий игрок. В общем-то, всем нужно.
Игрок поспешил и залез в офсайд. Защитника. Очень органичная атака, еще одна передача. Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. И этот удар не принесет ничего, потому как он не точный. Игры, изменения в кадровом составе команд. Два футболиста из разных клубов готовы выйти на газон. Я вас, по-моему, тебя и не слышу толком. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Просто болельщики понимают, что это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Их невозможно в этом винить. Хорошее взаимодействие показывают футболисты. Ави. Пока соперник позволяет, можно играть пас вроде бы не слишком спеша и ждать возможности ударить по воротам. Думаю, надо бить и забивать. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Исход игры еще не ясен, но как забивать, по-моему, обе команды давным-давно позабыли. Филдер. Минимальный разрыв и минимальное время до конца матча. Может быть, одна атака осталась всего. Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Как-то уж очень спокойно, да, перекат. Победа Барселоны. Часто приходится говорить такие слова.